Это «Давеча», и мы продолжаем. Стадион «Трудовые резервы» хотят прибрать к рукам люди из Перми. Об этом рассказал депутат городской думы Алексей Вотинцев. Пугающие заголовки сегодня появились и в некоторых СМИ, что город может лишиться знакового объекта. В администрации прошло совещание по дальнейшей судьбе стадиона. Там находится несколько объектов, на которые свои права отстаивает пермская организация. Некогда они действительно были в ее собственности, но сроки вышли. Речь, кстати, идет о хозяйственных постройках на территории. Они не в самом лучшем состоянии. По решению суда пермяки якобы могут вновь заявить свои требования на стадион. Администрация города и юристы планируют доказать обратное. Депутаты хотят, чтобы трудовые резервы стали жемчужиной не только Кирова, но и всей области. Для этого мы должны, во-первых, освободиться от претензий неких иных собственников, которые пытаются предъявить свои претензии вот на эти развалюшки, которые уже невозможно эксплуатировать, но их пытаются признать собственностью некой организации «Юные Святки», которая зарегистрирована в Перми, которая пытается прибрать тихой сапой как коготочек, а потом весь стадион своим рукам. Но я думаю, у них это не получится. В любом разе никакой угрозы того, что стадион «Трудовые резервы» перейдет в частные руки, либо еще что-то, в настоящий момент нету. Стадион как был муниципальный, так и останется муниципальным.